Здравствуйте, с вами интернет-магазин Президент Watches. Сегодня мы расскажем вам о японских часах Casio G-Shock GA11201A. Корпус данной модели выполнен из стали высокого качества. Ремешок из полимерного пластика. Металлическая застежка классическая. Задняя крышка также металлическая, с информацией о модели. Циферблат защищен минеральным стеклом, которое очень сложно поцарапать и практически невозможно разбить. Также стекло утоплено немного в корпус для дополнительной защиты от ударов. Способ отображения времени цифровой и аналоговый. Цифры арабские. На стрелке ириски часов также нанесено светонакопительное покрытие для того, чтобы их видно было в темноте. Механизм часов кварцевый. Точность хода плюс-минус 15 секунд в месяц. Питание осуществляется от литиевых батарей, двух штучек, CR927. Класс водозащиты 20 атмосфер. Это позволяет с данными часами не только плавать, но и погружаться на большие глубины с аквалангом. Габариты часов. Высота от ушка до ушка 52,1 мм. Ширина 50,8 мм. Толщина корпуса 16,6 мм. Вес 85 грамм. У часов присутствуют следующие режимы. Это режим текущего времени. Также есть режим мирового времени, который будет полезен тем, кто часто путешествует и перемещается между часовыми поясами. Далее секундомер, таймер, 5 независимых будильников и сигнал индикации начала часа. Также в данной модели присутствует компас, который вынесен на отдельную кнопку. Подробнее об этих функциях и режимах и том, как их настраивать, смотрите в нашем следующем видео. Перейдем к комплектации. В комплект с данными часами вставляется инструкция на русском языке. Также инструкция на английском и других языках. Международная гарантия. И отечественный гарантийный талон с уникальным серийным номером, условиями гарантийного обслуживания и перечнем сервисных центров в России и странах СНГ. Упаковано все в фирменный металлический бокс Casio G-Shock и картонную коробку. На этом все. Спасибо за внимание.